Здравствуйте! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 23, а символ дня крокодил. Луна убывает и находится в знаке Скорпиона. Энергетика этих лунных суток тяжелая, очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели, например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Солнце находится в знаке Водолея и проводит там до 18 февраля. Итак, Водолей сегодня проявит красноречие и ораторское мастерство. Нужен собеседник? Ищите Водолея. Относительно здоровья без изменений. В рационе дайте предпочтение растительной пище. Включите в рацион цитрусовые, томаты и салат. В личной жизни важно обсудить текущие дела и свои потребности с любимым человеком. Но в разговоре старайтесь не доминировать, уважайте чужое мнение. В делах высока вероятность получить поддержку влиятельных персон. Рыбы сегодня под особым вниманием светил. Чем бы вы ни занимались, все будет удачным. Что касается здоровья, берегите позвоночник и ноги. Включите в рацион морепродукты, морковь, томат и авокадо. В семейных делах на первый план выйдут старшие члены семьи. Кому-то понадобится ваша помощь. Во второй половине дня повысится способность к достижению намеченной цели, а также усилится личное обаяние. Так что высок шанс удачного знакомства и перспектива отношений. Эмоциональный день у Овнов. И мужчинам, и женщинам захочется блеснуть во всей красе. В плане здоровья следует быть внимательнее к нижней части позвоночника и избегать подъема тяжестей. В личной жизни появилась вера в лучшее будущее, и ее первые признаки будут видны уже сегодня. День удачен для занятия творчеством, но не подходит для решения юридических проблем. Будьте сдержаны в общении или откажитесь от любых разговоров с отрицательным подтекстом. Тельцы порадуют всех не только прекрасным настроением, но и оригинальными идеями. Отличный день, чтобы привлечь внимание. Самочувствие будет стабильным, но все же не злоупотребляйте горячительными напитками, острой и жирной пищей. В личном плане можно мечтать и загадывать желания вместе с партнерами. Планируйте планы в отпуск. Перед рассветом самое темное время суток, если вы это чувствуете, значит скоро рассвет. Близнецы сегодня рискуют влюбиться. День несет много неконтролируемой энергии, но в целом день удачный. Со здоровьем все в порядке, но рекомендуется растительная пища. В рацион включите клюкву, гранат и клубнику. В личных делах придется сдерживать свои чувства и контролировать эмоции, так как Луна пробуждает в вас некоторую долю легкомыслия. Но зато повезет в делах. Все запланированные будут выполнены своевременно и на высоком уровне. Отличный день у раков. Звезды обещают им интересный день. Личные отношения в списке главных. Относительно здоровья, уделите больше внимания своим ногам. Рекомендуется упражнение для ног, посоветуйте со специалистом. В еде дайте предпочтение растительной пище. Включите в рацион сладкий перец, киви и авокадо. В личной жизни можно обсудить текущие дела и планировать будущее. Удачное время для визуализации целей. Главное – правильно ее сформулировать. Львы сегодня – генераторы хорошего настроения. Хотите праздника? Пообщайтесь со львом. В плане улучшения самочувствия рекомендуются физические упражнения, водные процедуры. Будьте внимательнее за рулем автомобиля. Личные отношения порадуют приятным общением и взаимопониманием. В делах возможно получение полезной своевременной информации. День только не подходит для дел, связанных с недвижимостью, торговлей и юриспруденцией. Непростой день у Дев, настройтесь на хороший и поддерживайте свое позитивное настроение сами. Настроение будет бодрым и стабильным, но чтобы сохранить хорошее самочувствие, исключите из рациона жирную и острую пищу, крепкие напитки. В общении с противоположным полом говорите прямо, без намеков, и исключите ревность и обиду. Сегодня неподходящий день для заказа вещей онлайн или крупных покупок. Деньги лучше экономить.
У весов отличный день. Семейные отношения будут во главе дел, вполне позитивный. В плане здоровья обратите внимание на кроветворную систему, в частности печень, нагрузка на нее противопоказана. А вот романтические отношения рекомендованы, тем более что звезды сулят многим прекрасный вечер, приятной для вас компании. Работа с доской желаний принесет массу удовольствий. Размещайте картины, описывайте мечты и, главное, верьте в успех. Скорпионы сегодня будут совершенно безопасными и даже милыми. Замечательный день, полный сюрпризов. Сегодня самый подходящий день, если ради здоровья вы решили избавиться от вредных привычек, в частности от курения. Сделать это будет гораздо легче и быстрее. Во взаимоотношениях с противоположным полом возможны сюрпризы, внимания будет достаточно, соответственно подготовьтесь. Успешно пройдут онлайн-тестирование и самопрезентации. У стрельцов вполне плодотворный день, чувства выйдут на первый план. Физическое и эмоциональное состояние будет стабильным, но будьте внимательны к принимаемой пище, пейте больше воды и соков, берегите печень. Активный отдых вместе с партнером снимет напряженность в отношениях. Младшие члены семьи тоже будут в зоне внимания. Совместные интересы сблизят и улучшат взаимопонимание. Уменьшите или ограничьте количество контактов на сегодня. Козероги будут в центре внимания, особенно творческие представители этого знака зодиака. В целом самочувствие в норме, и избегайте нагрузок в нижней части позвоночника. Внимательнее смотрите под ноги, а все важные дела записывайте, есть риск что-либо забыть или потерять. В личных взаимоотношениях станьте сегодня идеалистами, помечтайте о лучших временах, постройте планы в отпуск, и этот день запомнится надолго. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня. Я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья.